Приветствую, друзья. У нас завтра будет бесплатный ликбез «Вопросы и ответы». Поэтому подготовьте все Zoom, подготовьте свои вопросы, выходите туда, потому что не видя человека и не понимая, что стоит за его вопросом, который он мне пишет в личке, например, у меня страхи, а я даже не знаю, сколько ему лет и вообще... Может быть, он и больной, а может, не больной, а может, криз перенес, откуда я знаю. А кто-то мне пишет, а как же мне научиться открывать таланты? Просто написал, а я не знаю, кто это. Может, девочка, может, мальчик, может, чемпион мира по боксу. Вот тут же надо же видеть, поэтому мы все это будем делать в Зуме. Подготовьте Зум, выходите туда. И вот... Мы вот в прошлый раз я показал ролик, как по инициативе железнодорожной больницы из Владивостока и по инициативе психолога Натальи Астаховой, которая занимается памятью, занимается снятием стресса, она является моим стажером, учеником, специалистом будущим по методу ключ, обучать будет всех там у себя там в Владивостоке и по всем краю. Вот мы проводили это, потому что сейчас многие находятся в состоянии неопределенности, страха ковида, и теперь очень много, большая нагрузка ложится на врачей и медперсонала. Именно им сейчас приходится сталкиваться и с ковидом, и его последствиями, спасать людей в этих непростых, сложных ситуациях. Мы провели этот ликбез, прямо отсюда я из Москвы провел, и предложил им, этим врачам, с которыми мы работали, чтобы они дома повторили эти приемы, потому что там встреча была очень для них неожиданная. Их пригласили, собрали в этой сложной обстановке. Было всего 30 минут времени. И там и начальство, и там врачи, они стесняются друг друга. Ну, представьте, какая-то ситуация. Это как раз-таки реальная обстановка, в которой отрабатываются навыки стрессоустойчивости по одной из методик ключа, которая называется антистрессовая подготовка. Но надо потом дома посмотреть опять этот ролик врачам и всем, кто хочет научиться снимать стресс в этих условиях зажатости, неопределенности, тревожности, своей перегруженности. Ну, конечно, нужно. И вот там мне и такие вот интересные вопросы задали. Вот я вам сейчас скажу под этим роликом вопрос просто потрясающий, очень важный вопрос. Сейчас, секундочку. Так. Пляски и драки уличные и есть снятие стресса, мне написали. Я получил смс, что мой банк лопнул, а там вклад, и он не мой. И какой тут шалтай-болтай? Ну да, хороший вопрос, молодец. Действительно. Как говорил Влад у нас, говорит, нежданчик пришел такой, сразу взрыв мозга, условно говоря, и какой тут шалтай-болтай, если там с банком что-то случилось, деньги потеряли там или еще что-то такое. А мы же о чем говорим все время? Там же в ролике для врачей было сказано, ну не слышат, не слышат. Там же было сказано, подбирайте действия соответственно своему состоянию. Своему состоянию. Ну, что хочется делать? Ну, например, в этот момент бой с тенью. Бой с тенью, колоти все, что тебе хочется сделать, колоти в воздух. Ну да, колоти, колоти. Луиза Хей всю ночь ее подушку колотила и ревела, потом села и, о, как хорошо, и сказала, любите себя. Ну, то, чтобы услышать свой внутренний голос, почувствовать, что организм требует, запомните формулу. Подбирайте действия соответственно текущему состоянию. Ну, начали, например, шалтай-болтай, пару выпускать. Это как зарядка для смартфона. Переживайте в этот момент.
Хочется в этот момент воздух поколотить. Представьте себе, в Японии куклу начальника колотят. А вы просто представьте себе, это же элемент ключ-2, когда вы моделируете. По существу вы весь стадион носите в кармане. У вас вся аптека внутри организма, эндорфинная фабрика внутри организма. Вы все гениальные люди. Да, вы просто подбираете действия соответственно текущему состоянию. Кому-то хочется делать вот такие движения, кому-то хочется плавать на лодке. Он вспомнил вдруг, как он плавал на озере, на лодке. Делайте эти движения. Кому-то хочется холохоп крутить. Ну, короче говоря, будет бесплатный ликбез. Вечером мы там еще напишем число. Тату вот эту напишем еще, вот, чтобы и глазами видно было. Потому что не все слышат, ей-богу. Это так странно, но я уже привык к этому, что не все слышат. Потому что все заняты проблемами. В голове у них иногда каша такая. И они никак не связывают логически никак не связывают. Вот у него проблема, там денег нет, допустим, выживание, как быть. И он никак не связывает, при чем тут хлёст руками по спине, там, при чем тут шалтай-балтай, логической связи нету. Поэтому этот ключ – это та недостающая логическая связь, потому что бы у нас в жизни ни случилось, все-таки хорошо, когда голова лучше работает. А чтобы голова лучше работала, надо снять лишнее напряжение. Чтобы снять лишнее напряжение, нужно подобрать действия синхронно текущему состоянию. Кто дрожит, тому подражать. Да, кому хочется орать, надо орать. А теперь человек меня спрашивает, а как я могу орать, если вообще подумать, что я чокнутый? Дети, когда плачут, они не думают, что подумают об этом. Они плачут просто. Вот, поэтому будьте как дети, понимаете, в этот момент будьте как дети. Это же мозговой санаторий. Вы делаете то, что организм просит. Просто нас этому никогда не учили. У нас шаблонное мышление. Если тебе плохо, если у тебя плохие мысли в голове, прогони плохие мысли. Но чтобы прогнать плохие мысли, надо сделать сначала этап разгрузки. И мысли сами уйдут. Потому что когда вы усилием воли пытаетесь что-то прогнать, это труднее в сотни раз. И если бы так было можно, как говорили раньше психологи, если тебе плохо, подумай о хорошем, если бы было так легко, так все мы были бы здоровы и счастливы. Поэтому вот этот переходный момент между тем, что тебе плохо, чтобы стало хорошо, надо сначала подобрать действия, синхронные твоему состоянию. На основе синхронных действий, это упражнение синхронизации, это упражнение ключа. Там твои инстинктивные защитные реакции, которые возникают при какой-то полусложной проблеме, они просятся наружу. И как раз-таки посмотрите под роликом в Ютубе у меня в описании, что все упражнения ключа не придуманные, а это есть осознанная реализация инстинктивных защитных реакций, которые вы выполняете, и потом вам становится легко. Но там технология. До встречи.